26 октября 2017 года, Заболотном, в районе Табачки, серьезное ДТП с участием двух фур. Фура DAF врезалась в Укрпочту, к счастью, обошлось без пострадавших. Чудом просто, так как кабина, особенно слева, серьезно пострадала. Сейчас водитель DAF ждет эвакуацию. Фура, видите, очень получила серьезные повреждения, друзья, сейчас. Мокрая дорога, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, соблюдайте ПДД, никогда не нарушайте скоростной режим, дистанцию.